Неоправданные надежды, на что идут родители в попытке сделать своих детей успешными. Кто нагревается на холоде? Могут ли амичи получить компенсацию за перепад температур в доме и как сэкономить на плате за теплоснабжение? Докатились, чтобы обновить пассажирский автопарк в Омск, привезли 20-летний трамвай. Лишние на празднике жизни. Многодетные семьи в Омске могут оставить без подарков и приглашения на елку. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.